предупрежден, значит вооружен. Тысячи горожан летом устремляются на природу, чтобы отдохнуть от будничной суеты. Однако, по словам сотрудников МЧС, многие забывают простейшие правила пожарной безопасности. К примеру, не жечь тополиный пух и сухую траву, следить за эксплуатацией отопительных приборов и газового оборудования на дачных участках. Сотрудники управления МЧС вместе с полицейскими регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и садовым товариществам. Мы рекомендуем гражданам не разжигать и не сжигать мусор на садоводческих участках, не разводить открытого огня, соблюдать правила противопожарной безопасности. Один из рейдов прошел на территории товарищества «Черемушки» Ленинского района Ульяновска. Владельцам земельных участков еще раз напомнили о простейших правилах безопасности, раздали памятки, напомнили телефоны служб спасения. Цель не наказать, а научить людей мерам пожарной безопасности, которые помогут сохранить не только имущество, но и жизнь. Мы напомнили садоводам о том, что на территории региона введен особый противопожарный режим. Из-за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц штраф за нарушение режима может достигнуть 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.